Дорогие друзья, вы на канале HardDesertInfo. Сегодня покажу, как на устройстве Huawei T5 Pro сделать сброс настроек сети. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек сети, нам будет нужно перейти в... Так, выйдем с настроек, чтобы показать вам все это заново. Так, выключаем, переходим в настройки, после чего нам будет нужно свайпнуть самый низ, в система, переходим в система, и здесь же переходим в самый низу, в сброс настроек. Перешли и видим то самое, что у вас было на начале, сбросить настройки Wi-Fi, мобильный интернет и Bluetooth. Нажимаем сбросить настройки, окей, и наш Wi-Fi, как видим, даже удалился. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.